Борщ. Посмотрим. Что будете борща? Сам ты борщ. Ой. Подожди, Денис, сейчас посмотрим. Только не простую воду. Поверните, с капустой. Нет, я хочу слабым. Отрой меня. Подожди, тут еда, это конфеты для котов. Обеды. Обед нельзя. А что? Как? Что мы будем брать? Борщ украинский со сметаной, смотри, 49 гривен. Я сам отрою конфеты. 49 гривен это 2 доллара, да? Без мяса. Без мяса. Отлично. Что, Денис? А что ты ешь конфеты? Я мультик смотрю, а не конфеты. Мультик смотришь? Ну да, удобно мы сели. Как раз мультик смотреть. Еще бы этих дров не было, да, Денис? Которые мешают. Десерта. Я уже, наверное, пролистал самое интересное. Я буду борщ. Капучино 35 гривен, 150. Что тут по дизайну? Вот такие здесь потолки. Перекрыты балками. Есть какая-то камора, но это, видимо, для служебного пользования. Люди сидят? Ну-ка. Ой, перчатка упала. Андрей, держи перчатку. Тоже столики, да? А, ну да, тут тоже столики есть. В общем, взяли два борща со сметаной, без мяса. Блины. А какие мы блины взяли? Блины с маком. И чай, да? Два чайника на 4 чашки. А, один чайник, да? И сахар. Столовые приборы приносят вот такие вот. Как это даже назвать? Ковшик? Ковшик как? Я уже справился с борщом. Очень вкусный, всем советую. Скажи. И вот подоспели уже блинчики. Денис, ты любишь блины? Не любишь? Денис. Вот вы удобные места позанимали. Прямо как... Вот вы удобные места позанимали.
Прям как в кинотеатре. Да, Андрей? Ты в кинотеатре? Денис, а ты в кинотеатре? Ешь блины. Денис, ешь блины. Посмотрим, сколько мы накушали. Фруктовый чай 40. Блинчики 80. И два борща 98. Всего 218 гривен.